Представители благотворительного фонда «35-я береговая батарея» сообщили, что для передачи в суд подготовлено исковое заявление о несогласии с требованием правительства прекратить реконструкцию Матросского бульвара и покинуть территорию. Напомним, руководство ГБУ «Парки и скверы» 13 ноября направило в адрес руководства фонда уведомление об одностороннем расторжении договора о реконструкции бульвара. Юристами фонда были изучены претензии государственного бюджетного учреждения «Парки и скверы». Фонд категорически с ними не согласен, считает, что данный договор невозможно расторгнуть в одностороннем порядке. Претензии, изложенные от лица правительства города директором парков и скверов в уведомлении о расторжении договора, надуманы и безосновательны. Об этом говорят результаты работы юристов с данным документом. Изучив все документы, которые касаются уведомления о расторжении договора, и кроме этого уведомления об аннулировании ордера на земляные работы, мы пришли к выводу их полнейшей необоснованности, незаконности, и нами будут подан ряд исковых заявлений. Исковое заявление о несогласии с требованием правительства Севастополя прекратить реконструкцию Матросского бульвара будут переданы в суд представителями благотворительного фонда «35-я береговая батарея» в ближайшее время.